Перед началом ролика хотел бы для вас разыграть вот такой вот крутой стенд для продажи своих питомцев из нового обновления в Пэт-симуляторе за 400 робуксов. И чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео, написать абсолютно любой комментарий, чем больше комментов, тем больше шансов на победу, и досмотреть это видео до самого конца. Я вам желаю удачи и приятнейшего вам Всем привет, ребята, с вами как стоит Цезарь, и добро пожаловать в Пэт-симулятор X в Roblox. И в этом видосе я вам покажу супер легкий и офигенный способ, как можно быстро получить нового Huge Lucky Pet, который добавился только во вчерашнем обновлении. Из вот таких вот лаки блоков его можно выбить. Но перед началом, прямо сейчас, вы должны, конечно же, подписаться на канал, поставить лайк на это видео и написать комментарий любой. Ну, например, как вам новое обновление, или выбили ли вы уже нового Huge Pet, потому что этих Huge Pet уже довольно-таки много, потому что выпадают они с очень хорошим шансом. Поэтому надеюсь, что я смогу его выбить и показать его вам. Смотрите, давайте сейчас спустимся в самый-самый низ. Вот так, он где-то тут, да, их уже 617 штучек выбили. На самом деле, кстати, за ночь их выбили довольно-таки мало. Их буквально где-то, наверное, за часов так 6 их выбили уже около 400, но еще где-то вот за 10 часов их выбили совсем чуть-чуть. В общем, ладно, смотрите. Также еще, кстати, ребята, в начале досика там был розыгрыш на стенд торговый за 400 робоксов. Можете поучаствовать, вдруг сможете выиграть. В общем, смотрите, у нас есть три вида боксов, вот таких вот лаки-блоков. Желтенький, вот такой вот синенький, и еще есть розовый, он самый редкий. Ну, получается, желтый, как видите, вот самый частый, синий пореже, и вот самый редкий, это у нас вот такой вот розовенький, но он тоже часто спавнится. Смотрите, из каждого яйца, точнее, из каждого такого блока можно выбить монеты, можно выбить гемы, можно выбить бусты. Бусты — это прям супер офигенно, потому что их можно реально фармить с этих лаки-блоков очень-очень много. Также из него, из этого лаки-блока, можно выбить лаки-яйцо. Это новое яйцо, которое добавилось в новом обновлении, и из него можно выбить вот таких вот лаки-пэтов. Статы у них довольно-таки хорошие, особенно у радужно 270 триллионов, ну, короче, вот такие вот питомчики. В общем, можно выбить таких пэтов, и с маленьким шансом можно выбить такого же пэта, но только huge, то есть не лаки, а huge лаки. Их вот сейчас 617 штучек. Выпадает он с шансом 0,001. Короче, шанс у него 1 на 10 тысяч вот таких вот, получается, лаки яиц. То есть выпадает лаки яйцо, да, то есть надо открыть где-то около 10 тысяч, чтобы выбить huge lucky pet. Но опять же, можно открыть 10 тысяч и не выбить, а можно открыть 100 яиц и выбить его. Получается, если посмотреть, сколько у меня таких питомцев, у меня их уже где-то, наверное, около 100 штучек. Получается, я открыл только где-то 100 lucky pet'ов из 10 тысяч. Ну, скажем так, мне еще до huge lucky pet'а еще довольно-таки далеко. В общем, смотрите, шансы на лаки яйцо. Из желтого бокса на лаки яйцо 3%. Из синего бокса шанс на лаки яйцо 8%. И из розового бокса шанс на лаки яйцо 12%. Поэтому можете открывать, в принципе, все боксы. Сейчас я вам покажу еще АФК способ, ну, такой наполовинку. Как можно открывать эти боксы и, в принципе, фармить этих питомцев. В общем, также еще, как подтвердил вроде как разработчик, действует на выбивание, получается, huge pet бусты, поэтому используйте, конечно же, ультралаки и лаки. А также, как вы еще знаете, ребята, у нас добавили сервер бусты, можете еще использовать в The Void, плюс себе еще бустик, то есть, смотрите, отправляйтесь в The Void. Также тут еще делайте сервер буст себе с помощью 20 бустов обычного лаки. То есть вот здесь, смотрите, берете, используете еще плюсом на 15 минут. А также, как вы еще знаете, бывает, сервер сам рандомно дает какие-то бусты. И можно найти рандомный сервер, просто бегать по серверам и ищите сервак, где, когда вы зайдете, в сообщении в чате появится, что на этом сервере есть x25 лаки. Это самый максимальный буст лаки от сервера. То есть вы ищете, и в итоге вы используете сервер буст лаки, потом еще свой лаки, ультра лаки и еще 25x от самого сервера. И шанс, что вы выбьете huge lucky pet, будет очень и очень огромный. Поэтому бегайте по таким серверам и ищите их, и фармите себе huge lucky pet, вдруг вы сможете его выбить. В общем, смотрите, способ какой. Вообще лучше всего фармить, смотрите, как фармить в первом мире и в тэч мире, потому что остальные миры, они довольно-таки маленькие по размеру. Фармите в обычном мире и в тэч мире. Потом можете, в принципе, перезайти, чтобы все подарки отреспавнились. Ну, по крайней мере, я на випке, я просто перезахожу, и все подарки респавнятся. В общем, смотрите, можете просто как сделать. Берете settings, берете сингл себе, ставите не all, а сингл. И просто бегаете вот себе на ховербордике, ставите по одному питомчику и фармите вот так вот просто подарочки, если вам там делать нечего. Я вот, например, просто вот ночью смотрел фильмец, фармил
таким образом, и вообще офигенно. Можно таким просто вот так вот летать, стать, получается, мышечкой просто поднажимать на эти подарки, фармить их и себе там смотреть видосики, там что-то типа такого. Но это такое, типа, скажем так, здесь надо именно прямо смотреть в экран постоянно, чтобы тыкать на эти подарки. То есть не совсем так, не совсем удобно, скажем так, да. И второй способ, это, естественно, смотрите. Вы берете, ставите экранчик, то есть также вы можете смотреть себе фильмец, но немножко придется задействовать пальцы себе, то что это наполовину все-таки АФК способ. Берете, ставите экран, ставите мышечку, ставите себе автокликер, вот так вот бамс, и просто бежите вперед. Просто от самого начала локации бежите вперед, питомцы вот так вот, видите, у вас они фармятся. Конечно, не все подарочки захватываются, но практически все, можете так немножко повыше мышечку поставить. И вот просто, вот теперь вот можете реально смотреть себе фильмец, вообще на экран даже не обращать внимания, себе фильмец, зажать кнопочку, чтобы бежать, добежали до конца локации, отправились в стэч мир, опять поставили себе автокликер, добежали до конца мира, зашли в игру и снова так делаете. Все, практически АФК способ, только опять же, как я говорю, вам надо зажимать кнопку, чтобы постоянно бегать, но это не такая уж прям и огромнейшая проблема. Вот, смотрите себе там фильмец, там видосики, там что-то, короче, делаете, вот, можете даже поесть, просто зажимаете кнопочку, бегаете и фармите вот эти вот подарочки, и может быть, вы там в какой-то момент сможете бац и выбить себе питомца. А что? А вдруг, правильно? А вдруг вы сможете выбить себе питомца? Почему нет? В принципе, вот такой вот АФК способ, вот так вот просто бежите. Очень простой способ, только опять же потом у вас немножко персонаж сдвигается, но в общем потом направляетесь в тачмир, перезаходите и снова так делаете. В общем, хороший способ. Смотрите, так, автокликер убрал, да, я убрал автокликер. В принципе, на это все. Это все, что я хотел вам показать. Получается, такой способ можно выбить Huge Lucky Pet. В принципе, надеюсь, я его выбью. Шанс у него 1 на 10 тысяч. Можно использовать все бусты. Ультра лаки, лаки, сервер лаки, плюс еще 25x от самого сервера. В общем, используйте все самые возможные бусты для фарма. Вдруг вы сможете выбить Huge Lucky Pet. Я вам желаю удачи, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик за такой видосик. Пишите комментарии, вдруг уже кто-то выбил такого питомца. Я тогда вас, как бы, ну, реально поздравляю, если вы выбили такого питомца. И участвуйте в розыгрыше на стендом за 400 робоксов. И все, ребята, всем желаю удачи, всем хорошего настроения и до скорой встречи в новом видосике. Все, ребята, всем пока-пока.